Зв'язку Гела Васадзе, експерт Грузинського стратегічного аналітичного центру. Пане Гела, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Вам буде зрозуміло, якщо ми будемо ставити запитання українською, а ви, наприклад, будете відповідати російською. Добре. Чудово. Прекрасно. Тоді до вас, власне, перше запитання, яке стосується спершу загалом ситуації в довкола України, і що зараз робить антипутінська коаліція, і що зараз, власне, Путін своїм ОДКБ може протиставити цьому, і чи взагалі може протиставити? Понимаете, в чем дело? Дело в том, что в отличие от антипутинской коалиции, ОДКБ – это очередная похоронная контора, которая возникла после смерти Советского Союза. И в попытке собрать тех, ну, честно говоря, это попытка была попытка собрать то, что плохо лежит. То, что еще не добилось своей независимости. Вообще, я в последнее время использую слово «постсовок», хотя как-то до этого старался не использовать. А сейчас я использую его с большим удовольствием для того, чтобы было понятно и было обидно. Потому что все страны, которые в постсовке, должны понимать, мы в постсовке. Балтию я никогда не называл постсовком, потому что Балтия не в постсовок уже давным-давно. Украина сейчас, сдирая буквально кожу, выходит из постсовка, вырывается из него. Что касается остальных стран, включая Молдову и Грузию, несмотря на европейский вектор ориентации, увы, мы в постсовке. А что касается ОДКБ и ЕС, это такие, знаете, знаки качества постсовка. Такие ярлычки, клеймо, которое нужно просто будет вырезать из тела. Поэтому вот примерно вот такая конфигурация, поэтому противопоставить что-либо коалиции, которая поддерживает Украину, это коалиция из всего практически свободного мира. Более 40 стран, по-моему, да? Практически невозможно. И вы знаете, что лучше всех это знают в Кремле. В ОДКБ нет партнеров. В ОДКБ есть страна, которая считает себя хозяином. Есть страны, которые не хотят очень, чтобы эта большая страна, я имею в виду Россия, была их хозяевами. Но, увы, по разным причинам вынуждены с этим мириться. Пока. На самом деле именно Украина заканчивает с этим положением вещей. И именно благодаря героическому сопротивлению народа Украины всем остальным, у всех остальных получится отбежать и вырваться. Це абсолютно точно, пане Геле, ми з вами погоджуємося. І з приводу того, що Російська Федерація, вона виказувала і продовжує виказувати свої апетити на території Донбасу, Криму, і, зокрема, Грузії, ще давно. На Донбасі тривають активні бої, частина знаходиться під окупацією ще з 2014 року, і Крим теж тимчасово окупований. І зважаючи на цю всю ситуацію, яку ми бачимо, яка ймовірність того, що після своєї поразки Російської Федерації в Україні вони зможуть піти на Грузію? Що ви можете сказати з приводу цього? Знаете, никогда не говори никогда, никогда нельзя ничего исключать, но нужно хорошо понимать, что для восстановления Союза, для того, чтобы... Ну, Путин же в свое время сказал, что гибель Советского Союза является самой большой геополитической катастрофой 20 века. Цель была понятна, к декабрю 22 года восстановить Союз, но для этого ему была жизненно важна именно Украина. Без Украины... Смысла захватывать Грузию военным путем нет. Другое дело, что они будут продолжать действовать так называемой мягкой силой, хотя у России нет мягкой силы. Это не называется мягкая сила. Они действуют как слоны в посудной лавке, и тем не менее. В какой-то момент может там возникнуть желание собрать из осколков того, что у них есть, то есть вот из чего-то, что есть ОДКБ, что вообще не получится. И из тех полупризнанных, недопризнанных и перепризнанных территорий, оккупированных Россией, некое подобие какого-то союзного государства, что тоже вряд ли, в общем-то, у них получится. Поэтому сейчас, я думаю, все зависит от того, насколько глубоко будет то поражение, которое Россия потерпит в Украине. То есть мы всегда говорим о том, что как закончится война, когда закончится война, не как, а когда. Война закончится тогда, когда Украина выйдет на свои государственные границы, ну, включая Донбасс, Крым, это вообще не обсуждается. Или только тогда, когда Россия
перестанет быть империей. Я думаю, что все-таки второй момент. Поэтому пока Россия империя, неизбежно агрессивные действия как против Украины, так и против всех других соседей. Ну, а насколько неизбежно, это зависит от глубины поражения России, вы же понимаете. І ще до вас от питання з приводу уряду Грузії. Наскільки зараз, тому що ми знаємо, що на початку повномасштабного вторгнення неоднозначні робив заяви уряд Грузії стосовно підтримки України. Яка зараз ситуація і чи змінилась вона, коли в Грузії теж почали бачити, що Росія вона не здатна реалізувати всі свої цілі в Україні? К сожалению, в какой-то момент звук пропал. Я повторю запитання, наскільки зараз в ці дні уряд Грузії, він змінив чи, можливо, залишив свою позицію стосовно України. Тому що ми знаємо, що на початку повномасштабного вторгнення уряд Грузії був такий нейтрально, навіть схильний трохи до Росії. Яка зараз ситуація, враховуючи те, що всі бачать, зокрема і в Грузії, і в уряді Грузії, що Росія, вона провалює всі свої цілі, які поставила на території України? Да ні, нічого не змінилось на даний момент. В Грузії, правительство Грузії всіми силами намагається доказати, що європейський вектор розвитку у нас залишається. Ви розумієте, в чому справа? У європейського вектору розвитку є конкретні, дуже конкретні індикатори. Одним із цих індикаторів, і дуже важливим, є безумовна підтримка України. Причому підтримка не просто присоединение там к этим самым к международным санкциям и, допустим, не чинить препятствия добровольцам ехать в Украину воевать или там гуманитарную помощь помогать тоже отправлять и так далее. Нет, явный индикатор, явный маркер – это участие как раз-таки вот в той самой коалиции поддержку Украины, а Грузии мы там не видим сегодня. И второй момент – это внутренняя демократия. То есть, если мы говорим о европейском выборе Грузии, если мы говорим о прозападном векторе, то должна быть внутренняя демократия. А когда два дня назад у нас сажают на три года директора главного информационного канала и одного из лидеров оппозиции, хоть и неформального, то большие вопросы у меня к моему правительству, к нашей власти. Так что вот по этим двум индикаторам нічого утішительного поки сказати не можу, уви. Пане Гелле, з приводу відновлення територіальної цілісності Грузії, зараз загалом у вас думають про те, щоб якось повертати свої території, наприклад, коли в Росії зміниться режим, чи Росія розпадеться, чи, можливо, якісь є інші сценарії, чи коли Путін піде у той світ, і ми можемо розглядати дуже багато сценаріїв. Загалом, які настрої у народу, і які настрої, зокрема, і у влади грузинської? Ні, ну, вопрос о територіальній цілісності Грузії навіть не обсуждається. Понятно, що територіальна цілісність обсуждению не підлежить. Тут крайне важный момент, это, конечно же, очень важно, каким путем возвращать. И вот тут есть нюанс, который очень важен. А нюанс следующий, что наши западные партнеры, скажем так, категорически против силового решения проблемы конфликта. Поэтому здесь нужно будет в любом случае применение силы, не обязательно там армейская операция, но применение силы будет необходимо, но хотя бы для того, чтобы провести полицейскую операцию и просто вступить в юрисдикцию. Но пока на данном этапе это не обсуждается в силу того, что это не обсуждается ни с западными партнерами. Ну и потом разговоры о том, что российские войска ушли из Грузии, к сожалению, это далеко не так. Тяжелая техника остается в Южной Осетии, танки там стоят, российские войска стоят, часть войск была выведена, но в основном, понимаете, в чем дело, в основном там едут добровольцы из... добровольцы, в общем, наемники. Меня поняли, да? Из Цхинвальского региона, из Абхазии, но это скорее политический акт, чем какая-то военная составляющая. Это вот Москва хочет показать, что они не одиноки, у них есть такие мощные страны, как Абхазия и Южная Осетия.
Але техніка, так, але техніка то в Цхінвалі залишається російська, і ми розуміємо, що обслуговувати цю техніку можуть лише кадрові російські військові, якщо ми говоримо про складні системи, такі як, наприклад, радіоелектронна розвідка, чи засоби РЕБ, чи зенітні ракетні комплекси. На вашу думку, чому Росія досі там залишає свій цей контингент і, зокрема, свою військову техніку? Ну, там очень важный момент. Россия, когда разместила там достаточно мощную военную базу в 40 километрах от Тбилиси, в полукилометре от главной транспортной артерии, которая соединяет не просто Западную и Восточную Грузию, а соединяет, а тем более сейчас в условиях транспортной блокады России, Европу и Азию. Там и железная дорога, там и автобан, там дороги к грузинским портам. Но кроме всего прочего, не будем забывать, что 40 километров-то от столицы и около чуть более 100 километров до другой горячей точки, где тоже стоят российские войска, я имею в виду Карабах. Поэтому понятно, что вот этот Амбетик, Цхинвальский регион, который, в общем-то, ничего из себя не представляет, это стратегическая точка контроля России над всем Кавказом. Вот поэтому они сейчас и не вывели оттуда тех, поэтому они и держат там технику, потому что, ну, в общем-то, это угроза не только Грузии, это угроза и Азербайджану, это угроза и международной торговли, в том числе и региональным проектам, я имею в виду нефтепровод Баку-Тбилиси-Карс, газопровод, который идет, южно-кавказский газопровод, который идет потом в Европу через Турцию, это и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Так что, ну, тут очень много всего. И вот это все, они таким образом угрожают всему этому. Поэтому я говорю, что фактически все будет зависеть от глубины поражения России. От того, останется ли у нее имперские амбиции. И поэтому я говорю, повторяю с первого дня, что все сегодня решается в Украине. З приводу, пане Гела, поразки Російської Федерації, головний розслідувач міжнародної групи Балінкет Христо Грозів заявив, що деякі силовики на території Російської Федерації, вони шукають можливості вивезти звідти свої сім'ї, своїх родичів. І причиною того є ситуація, що в Росії загострюється і скоро вона може вийти з-під контролю. І ймовірно, що вона зараз вже починає виходити з-під контролю. Чому можемо говорити про те, що це може статися найближчим часом і для чого силовики починають возити свої сім'ї за межі території Російської Федерації? Ну, я думаю, що ці силовики щось знають навіть більше, ніж ми з вами. Але на самом деле сценарії просматриваються дуже прості. Это может быть сценарий 1917 года, когда просто развалилось государство. Было государство, была гражданская война, и мы помним, чем все это закончилось. Это один сценарий. Это может быть сценарий начала 20-х годов, когда все захлопнулось. Просто захлопнулось, как мышеловка, и люди, оставшиеся там, стали заложниками большевиков. Сейчас они могут остаться заложниками необольшевиков. И мы знаем, что потом случилось со всеми с нами, тогда же мы же тоже были в Союзе, что пришлось народам переживать страшный террор. Варианты могут быть самые разнообразные. Я не вижу варианта образца 91 года, такого лайт-варианта, когда сменяется политический режим и попыток реформы в России. Сегодня я этого варианта не вижу. А я думаю, что они тоже. Поэтому согласитесь, что между 17-м и 37-м годом выбор не очень хороший, поэтому, ну, вот они так и пытаются сделать. До речі, про 37-й рік. До речі, про 37-й рік. Ми бачимо, це публічні теж дані з Росії йдуть, що відбуваються зараз такі чистки серед генералітету російського. Йдуть такі каральні внутрішні операції з приводу тих командирів, командувачів, з вини яких, на думку Кремля, відбувся провал під час першої, оцієї другої фази війни на Київському, Чернігівському, Сумському, Харківському напрямках. На вашу думку, от чи дійсно все може закінчитись для російських генералів ось цим 37-м роком, як було при Сталіні? Вполне, ну просто Путін – це не Сталін, це видно. Сталін це зробив до війни, Путін це робить во время війни. Жалко, я копія, так. Да.
что вообще у него какой-то обратный отсчет идет. У него идет отсчет, вот сейчас у него 37-й год, потом может наступить 17-й наоборот. Но это аналогии, исторические аналогии всегда штуки натянутые, но так или иначе, я люблю историю, люблю с детства, политология это тоже часть истории. Я вам скажу так, что, конечно же, все власть придержащие, тем более тех, у которые сосредоточили у себя абсолютную власть, они действуют примерно одинаково, примерно одна и та же логика. Ну а дальше зависит от какого-то дьявольского таланта. Дьявольский талант был, да, у Сталина и подобных ему диктаторов. Путин даже здесь отличился не в лучшую сторону. И слава Богу, что он и тут оказался бездарью. Пане Гела, і ще з приводу генералітету, є інформація, що Путін зараз так от максимально особисто він залучений до війни в Україні, тому що приймає оперативні і тактичні рішення на рівні полковника чи навіть бригадного генерала, а також допомагає керувати пересуванням війська на Донбасі. На вашу думку, наскільки це можливо, про що це може свідчити, і невже він вже остаточно перестав довіряти усім, кому тільки можна? Вы знаете, честно говоря, я себя не представляю. Вы представляете уровень оперативности принятия подобных решений? Это практически невозможно. Возможно, ему создали эту иллюзию. Возможно, подполковник КГБ, который был, занимался внутренними расследованиями и, в общем-то, шпиковской деятельностью, он посчитал, что он является великим полководцем. Ну, мы видим прекрасно его полководческий дар и так далее. Для того, чтобы быть Наполеоном, недостаточно только маленького роста. У Наполеона были другие достоинства. До речі, про Путіна і про його тактику, стратегію, вміння прогнозувати. Дійсно, говорять, що Путін доволі непоганий тактик, але жахливий стратег. Тому що ми бачимо, що Путін, він в'язувався, розв'язував війну проти України в риториці «ми проти розширення НАТО». А після цього ми бачимо, що Фінляндія і Швеція заявили про негайний вступ до НАТО, і тепер кордон Росії з НАТО може бути збільшений вдвічі. Тобто стратегічно Росія програє на порядок більше, ніж могла взагалі програти, якби навіть не вступила в війну. От як ви можете це прокоментувати? Ні, ну а що тут говорити? Путін був хорошим тактиком до 24 февраля нинішнього року. Сейчас и как тактик он никудышный, потому что применяются тактики одна за другой, и эти тактики вообще какие-то людоедские, но результата это, как мы видим, не приносит. Вот сейчас уже понятно, что есть огромное желание отползти, и уже готовится. Это под соусом Путин-Ферштейн, и в конечном итоге надо остановить. Пока это не говорят, они не озвучат официально, но уже, заметьте, вчера или позавчера Лавров заявил, что, мол, Громыко, процитировал Громыко, что, мол, смотрите, говорит, мой, говорит, предшественник говорил о том, что лучше 10 лет переговоров, чем один день войны. Но нам не оставили другого выхода. Это к чему? Это к тому, что они сейчас будут повторять, что важна каждая человеческая жизнь, надо спасти жизни, и поэтому давайте вот сейчас договариваться, давайте вести переговоры, конечно же, российские войска останутся там, где они есть. Что является, в общем-то, это единственный выход для Путина, хотя это выход тоже такой ситуационный, вот действительно тактический, потому что, по большому счету, если мы представим, непредставимо, и вдруг Украина соглашается вот на эти условия, переговоры, вот соглашается оставить Путина в покое, дать ему спокойно умереть, что называется, да? Это непредставимо, но даже в этом случае Россия как империя обречена. Но Путин в данном случае выторговывает не для себя, он будет выторговывать для России. И я уже об этом говорил, еще раз скажу. Помните фильм, «Крестный отец»? Да. Когда умирает старый Дон Корлеоне, и умирая, говорит своему сыну, запомни, говорит, тот, кто первым придет с предложением о переговорах, тот и есть предатель. Примерно вот такая же ситуация.
Отакі от порівняння ми почули від вас, пане Гело. І також з'явилася інформація про те, що Польща та Балтійські країни, вони закликали значно розширити присутність військ НАТО на їхніх територіях. Про це повідомляє The Washington Post. І вони пропонують організувати контингент з 20 тисяч військових, яких можна буде швидко направити в кожну із цих країн. І втім, у деяких країнах НАТО обережніше ставляться до такої ініціативи. Наприклад, ось президент Франції Еммануель Макрон, він побоюються йти на великі розгортання, які коштуватимуть дорого, та заберуть війська з інших районів. І ми загалом знаємо, що позиція Макрона, вона така неоднозначна зараз. І рішення про розгортання таких додаткових військ на східному кордоні НАТО мають підготувати до кінця червня, коли лідери членів Альянсу, вони зустрінуться на саміті у Мадриді. Як ви можете прокоментувати таке розширення присутності НАТО, військ НАТО? І що, до чого це може призвести? І які наслідки можуть бути? Яка реакція буде у Російської Федерації, зокрема? Ну, сейчас скажу нехорошую вещь. Хорошо, что я просто блогер, там, автор канала «Новости Кавказа», и никакое не официальное лицо и так далее. Но сейчас скажу правда нехорошую вещь. Я думаю, что НАТО поменяет так свою стратегию защиты, потому что у меня создается такое впечатление, что по старой стратегии страны Балтии в случае агрессии России просто захватывались. А дальше уже шли ответные меры, дальше уже шло. Дальше на самом деле было бы примерно то же самое, что сейчас происходит. Ну, единственное, что страны НАТО были бы в состоянии войны открытой с Россией и так далее. Но я думаю, что не потому, что они такие плохие, там в Брюсселе сидят эти натовские генералы и так далее. Просто-напросто я думаю, что там расчерчивались планы, что они не смогут противостоять удару российской армии, и придется вот этой территорией пожертвовать, она будет оккупирована. Ну а дальше уже будут думать о том, как вести боевые действия, как отвоевывать или не отвоевывать. У России же все-таки ядерное оружие, да? Я думаю, что сейчас Украина очень сильно изменила вот эту стратегию. Естественно, она не озвучивалась. Но у меня есть смутное сомнение в том, что вот она, такая стратегия существовала. И сейчас уже действительно речь идет о том, чтобы было достаточно войск. Тем более в Эстонии. Эстония, если мы возьмем Эстонию, да? Эстония ведь очень специфичная страна в том плане, что у нее есть тероборона, и тероборона с огромным, с огромными традициями, кайсалит, я имею в виду. Вплоть до того, что в Эстонии ребенок, любой ребенок старше 5 лет знает, в случае, если начнется война, папы, мамы дома не будет. Какой рюкзачок он возьмет и куда он пойдет. И любой пенсионер, который за 80, тоже знает, что он будет делать во время войны. Это очень важный момент. Поэтому я думаю, что сейчас уже все прекрасно понимают, что с Россией, оказывается, можно воевать. На самом деле, что с Россией можно воевать, показала еще Грузия в 2008 году. То есть до 2008 года нужно хорошо понимать, что никто с российской армией после Второй мировой войны просто не воевал. То есть потом было партизанское движение, но они вошли в Венгрию, они вошли в Чехословакию, не было сопротивления армии. Они вошли в Афганистан, не было сопротивления армии. Потом уже было партизанское движение и так далее. Афганский вариант, они, кстати, и в Украине предусматривался, ну, западными стратегами, что вот, скорее всего, войдут, возьмут, а потом уже организуется вот это. Нет, Украина показала, что можно воевать, еще и воевать успешно, не обладая преимуществом в огневой мощи. А сейчас, сейчас посмотрим, как можно с российской армией воевать, когда будет преимущество в огневой мощи. До речі, от ви згадали про Афганістан, дуже важливе також питання. От на вашу думку, чи дійсно винесли якийсь урок в Сполучених Штатах Америки, в Брюсселі, зокрема, командування НАТО, з приводу того, що дійсно відбувся провал, провал усіх планів, скажімо так, НАТО, Сполучених Штатів Америки, саме в Афганістані, коли вони недооцінили, ну, власне, Талібан і переоцінили на той момент той уряд, який був лояльний до Вашингтона. Які вони винесли з цього уроки і чи винесли взагалі? Ну, во-первых, я не считаю вивод войск Сполучених Штатів із Афганістану провалом. Це ніяк не провал. Війська потрібно було виводити давним-давно.
Более того, я не уверен, что их нужно было туда вводить. Достаточно было провести спецоперацию, достаточно было, это немножко так сейчас двусмысленно звучит, спецоперацию по ликвидации Усамы бен Ладена. Про это идет речь. И в конечном итоге она и была проведена. А после ликвидации Усамы бен Ладена и разгрома ячеек Аль-Каиды, ну что там было оставаться? Но дальше были завязки, дальше было то, что это превратилось в большой бизнес, который никак никто не мог прекратить, прекратил Трамп. Кстати, прекратил Трамп, но Байден продолжил. Другое дело, что там были ошибки в менеджменте в выводе войск, поэтому картинка получилась не так, совсем красивой. Так, если військової техніки, на жаль, залишилося в руках Талібану, ця техніка могла б дуже сильно знадобитися саме Україні, до речі. А вот вы знаете, я не совсем уверен, что эта техника не была предназначена для Талибана. Простите за... Цикал. Я не совсем уверен, потому что, ну, я скажу так, что это же большая игра, это же Центральная Азия. Это техника, ну, давайте скажем так, техники такой техники, которая сейчас передается в Украине, допустим, там нет, там есть Брэдли, там есть кое-какие танки, там есть в основном экипировка для пехотинцев, так? Ну, скажу так, что да, Талибан начал представлять грозную, достаточно грозную силу сегодня. А не будем забывать, кто у нас в Центральной Азии присутствует. В Таджикистане тот же. Поэтому, я не знаю, я не хочу, это не обвинение ни в коем случае, но я не уверен, что эта техника... Скажем так, что если бы они бы очень хотели вывести эту технику, я уверен, что они бы ее бы вывели. Ну, есть у США ресурсы для этого, вот честное слово, есть. Пане Гело, дякуємо вам, що ви долучилися до нашого етеру, дякуємо вам за розмову. Як завжди, були раді бачити вас в нашому ефірі. Гело Васадзе, експерт Грузинського стратегічного аналітичного центру, був з нами на прямому зв'язку.